Югорские аборигены смогут вылавливать в 4 раза больше рыбы. Сегодня окружное правительство одобрило изменение лимитов вылова для коренных малочисленных народов, проживающих на родовых угодьях. Если раньше один рыболов мог в год поймать 70 килограммов рыбы, то теперь норма повышена до 300. Причем более 30 из них может приходиться на рыбу ценных пород. Как подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова, сами аборигены уже не раз обращались к властям с подобными просьбами. Правительство округа провело все необходимые исследования. Ученые, например, рассчитали, сколько рыбы надо есть среднестатистическому жителю Югры, чтобы поддерживать силы и здоровье, а также выяснили, какое количество этого биоресурса можно вылавливать без ущерба для экологии. В итоге правительство Югры приняло решение увеличить лимиты вылова. Данная норма получит распространение и на лиц, не относящихся к коренным народам, но постоянно проживающих в местах их традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются экономической основой существования. Обращаю внимание профильных департаментов и служб. Администрировать это решение непросто. Тем не менее, давайте двигаться в этом направлении.